Сегодня рок-н-ролл считается 12 апреля 1951 года. 55 года, прошу прощения. Именно в этот день мир услышал песню Билла Хейли «Rock Around the Clock». Рок-н-ролл в свое время произвел настоящий фурор среди молодежи. Он послужил символом протеста против родительского гнета и классицизма. Мы исполним не менее известную песню тех времен под названием «Long Tall Sally».